утром президент, премьер-министр и председатель парламента возложили цветы к памятнику скорбящей матери. Никаких заявлений они не сделали. Возложить цветы в память о павших в боях за родину пришли и ветераны. Я воевал в Левобережье, выполнил свой долг военного, как полковник. Мы сделали все возможное, чтобы этот день настал, чтобы люди были счастливее. Думаю, скоро будут большие перемены. Еще одна торжественная церемония состоялась перед памятником Штефану Чалмари. Мэр Кишинева Ион Чубан заявил, что желает в стране процветания. С днем рождения, Республика Молдова! Я хочу, чтобы эта страна развивалась, и это зависит от каждого из нас. Нам важно осознать, что мы должны не только просить, но и вносить свой вклад. Возложил цветы и экс-премьер-министр Ион Кику. Пришел к памятнику Штефану Чалмари и подавший в отставку с должности председателя платформы «Да» Андрей Настаси в окружении однопартийцев. Во время возложения цветов произошел инцидент. Через забор перебрался ветеран конфликта на Днестре. Сотрудники правоохранительных органов силой увели его от памятника. Кроме того, во время церемонии стало плохо одной женщине. Понадобилось вмешательство бригады скорой помощи.